присутствие полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Владимировича Куцана, коллективу и учащимся Санкт-Петербургского хорового училища имени Михаила Ивановича Глинки. Дорогие друзья, примите искренние поздравления со знаменательными датами хорового училища имени Михаила Ивановича Глинки. 75 лет непрерывной деятельности после снятия блокады Ленинграда. 280 лет введения систематического профессионального образования малолетних певчих придворной капеллы и 540 лет первого упоминания малолетних певчих капеллы – это основные вехи становления знаменитого учреждения культуры Санкт-Петербурга. В нашей стране создана одна из самых лучших в мире систем преподавания музыки. Вам выпала трудная и благородная миссия – хранить ее, развивать и совершенствовать. Годы, проведенные в училище, помогут вашим учащимся понять и полюбить огромный прекрасный мир – мир музыкального искусства. Среди выпускников хорового училища немало имен, прославивших нашу страну во всех концах земли. Все это не могло бы состояться без кропотливой и профессиональной работы всего коллектива школы и ее руководителей. Желаю коллективу Санкт-Петербургского хорового училища имени Михаила Ивановича Глинки новых творческих успехов и благодарных учащихся на долгие годы. Александр Куцан. Владимир Владимирович.